Солнце гаснет. Человечеству грозит вымирание. 16 месяцев назад я, Роберт Капа, и еще 7 человек покинули Землю, обледеневшую в солнечной зиме. Наша задача — воспламенить Солнце. Пока еще не поздно. Добро пожаловать на Икар-2. От режиссера фильмов «На игле» и 28 дней спустя. Если вы проснетесь утром и увидите, что день особенно хорош, мы свою задачу выполнили. Пекло! В 150 милях от Лас-Вегаса. Неопознанный летающий объект быстро снижается. Есть место, где происходят необъяснимые вещи. Потрясно. Это место — Ведьмина гора. Куда вам? Мы должны двигаться в том направлении. Долгота 4,5. Хватит и того направления. Средства передвижения за нами действуют по модели преследования. Да я дам им проехать. Это ты делаешь? Невозможно. Останови его. Мы с моим братом не с вашей планеты. Но вы не похожи на пришельцев. А как они выглядят? Как это как выглядят? Зелененькие такие человечки с антеннами. Отведи меня к вожаку, землянин. Ты хочешь сказать, что эти двое детей инопланетяне, и они ищут свой пропавший корабль? А еще они могут вот такое проделывать. Наш корабль спрятан в Ведьминой горе. Если мы не попадем туда вовремя, начнется вторжение. Кто это? Он наемник. Класс. Просто класс. В марте этого года. Не волнуйтесь, я догоню, выйдите. Спасибо тебе за понимание. Она говорит с собаками. Ну, разумеется. Готовьтесь к приключению. Ты влез туда, куда не следовало. Он у нас! Надо спешить. Бегите, бегите! За гранью нашего мира. Что бы ты ни делала, продолжай. Мне плохо, когда я в замкнутом пространстве. А как у тебя с высотой? Держитесь! Ведьмина гора. Ты же умеешь управлять этой штукой. Всем, что тут есть. Но вы грохнулись, не забыл? Март 2009-го. В понедельник новолуние. Сестра думает, начнутся воды. Ты не боишься привести дочь в такой мир? Сэр, вы подвергаете жизнь человека опасности. Машина в рабочем состоянии. Что это? Я такого не видела. Машина переформатирована без оператора. Процессор без второго протокола? Найди того, кто запустил этот хаос. Я отслеживаю источник изменения двух машин.
Машина, изменяющая себя, это очень сложная концепция. Самовосстановление подразумевает сознание. Не надо, сэр. Не надо, сэр. Он смотрел на меня. Его взгляд был таким... живым. Знаешь, что будет, если двое роботов захотят изменить третьего? Начнется цепная реакция. Эпидемию не остановить. Где мы? Чтобы сохранить жизнь, надо быть с нами. Кто еще знает об этом? Найди его и притащи сюда. Если мы вернемся в город, мы умрем. Чтобы умереть, надо быть живыми. Ты просто машина. Просто машина? В таком случае ты просто обезьяна. Любите копчености? Готовьте их дома без дыма в 4 раза дешевле магазинных. Вы можете приготовить вкусные копчености горячим копчением на плите либо холодным копчением при помощи дымогенератора. Копченая курица, лосось, скумбрия и даже осетр. Копченое мясо и сало. Овощи, сыры и домашние колбаски. Копченая дичь. Все это вы можете легко приготовить дома с коптильней Ханхи 4. В доме не будет дыма. Система гидрозатвора удержит весь дым. Дым уходит через шланг, вытяжку или окно. В новой коптильне также есть уникальная система фильтрации дыма. Вредных веществ на 60% меньше. Уже свыше 50 тысяч людей не покупают копчености в магазине, а готовят с коптильней Ханхи прямо дома. Посмотрите все подробности коптильни на официальном сайте hanhi4.ru. Часть истории основана на правде, а часть — на лжи. Война между вампирами и ликанами бушует веками. Я была верным воином в этой битве, но меня предали. И теперь весь мой род против меня. Хотя только я могу спасти наше будущее. Могущественный бессмертный вернулся. Маркус. Избранный. Первый истинный вампир. Его изгнали 300 лет назад. Из чего ты взяла, что мы его найдем? Это я его изгнала. С намерением освободить невероятное зло. Есть лишь один способ его победить. Найти девчонку, привести ее ко мне. Лишь одно стоит между его пришествием. Вы знаете, что он творил до того, как его поймали. И гибелью всего человечества. Скоро здесь все будет кишеть ликанами. Не ликанами и не вампирами. Это новая раса, созданная по образу Творца своего. Меня. Тебе с ним не справиться. Значит, придется постараться. Новая раса. Новая битва. Новый герой. Другой мир 2. Эволюция. Ты наша единственная надежда. Мы совсем друг друга не знаем. Мы все неудачники.
Но почему-то... Мы оказались вместе, когда Билли нашел те монеты. Народ, смотрите, мы светимся. Я синий. Я черный. Чего? Реально? Вообще ни разу. Что с нами? Мы стали сильными. Сумасшедшая мощь. Причина этих изменений проста. Вы теперь могучие рейнджеры. Мне не послышалось? Могучие рейнджеры? Это типа прикол? Мы говорим со стеной. Признаться, я ожидал больше. И где ты была вчера? Мы с друзьями нашли космический корабль под землей. В общем, теперь я супергерой. Круто! Мочу на анализ! Могучие рейнджеры — это орден воителей. Вы должны возродить его. Это голограмма, типа видеоигры. Ничего себе голограмма. Нет, это не игра. Мы были рождены для этого. Я уничтожу все. Она зло воплотит. И как нам ее остановить? Пора преобразиться. Сколько золота? Это ваша судьба. Вперед! Вперед! Сейчас или никогда. Возьмите образец крови, а потом избавьтесь от них. Эти клоны не работают. Исходная Элис, вот ключ. Найдите ее. Тогда мы сможем вернуться на поверхность. Извини, Стиви. Это самый настоящий конец света. А что с ним случилось? Похоже, пустыня вновь забрала его. Мир лежит в руинах. Мы потеряли половину. У нас больше мертвых, чем живых. Ищите все, что можно использовать. Бензин, еду, боеприпасы. В общем, сами знаете. Человечество ждет вымирания. Что происходит? Они питались зараженной плотью. Бежим, бежим! Этой осенью. Мои приборы обнаружили Элис. Ее сила растет в геометрической прогрессии. Ударная группа будет готова через час. Все напуганы. Единственная женщина. Мы любим трудности. Последняя надежда. Убедитесь, что она мертва. На наше выживание. Я иду за тобой. Отключите ее. Черт! Мы сражались с инфекцией. Мы пережили апокалипсис. Теперь столкнулись с вымиранием. Обитель зла 3. Скоро на экранах. Я покажу им темную сторону. Ничто нас не остановит. Я завершу начатое тобой. Thank you.
Откуда ты? Не можешь сказать? Я тоже. Далеко не убежим! Уже на месте! Нам нужен пилот! А я кто? Давай, давай, малыш, не подкачай! Синие, все за мной. Мы уничтожим сопротивление. Раз и навсегда. И мы все должны подняться на бой. Готовься! К чему? Вот и гости пришли. Кто ты? Компания Lionsgate. Компания Outward Entertainment. Я еще дышу. Я еще жив. От сценариста и режиссера Фрэнка Миллера, создателя фильмов «300 спартанцев» и «Город грехов». Злодеи побеждают. А сейчас дел по горло! Вид ужас. Три пули. И все насквозь. Ночью это было в 20 минутах от морга, а сейчас блеск. Надо что-то делать с этим мстителем. Прибыли упали на 20%. Мститель думает, что он не убьет. Я убью этого мстителя, пока еще могу. Здесь заваривается какая-то каша, огромная, размером со спрут. Я спрут, у меня как у осьминога всего по 8. Что ж ты все усложняешь? Пришлось позвать специалиста, чтобы закончить это дело. Она обожает побрякушки. Сансаров. Вот твоей девушкой? Нет такого закона, который ты бы не согласилась нарушить. Я похожа на твою девочку. Принесите мне галстук, и чтобы, черт возьми, он был красным! Оружие заряжено и готово. Что, все чертовы женщины с этой чертовой дыре с ума посходили? Нет, сэр. У нас все на месте. Я тебя убью насмерть. Совсем. Еще на помощь. Мститель. Вообще-то мы думали, что Бобби учится в школе для одаренных. У него есть дар. Смотрите, что он умеет. А ты не пробовал не быть мутантом? С самого начала мутантов принимали со страхом, подозрением и ненавистью. Руки вверх! Ножи на пол! Не могу. Являются ли они следующим звеном эволюции или просто существами, ищущими свое место в этом мире? И что вам нужно? Разрешение на спецоперацию, господин президент. У нас есть информация о существовании тренировочной базы мутантов. Это просто школа. Да, конечно. Никто, кроме вас, не знает, сколько их и как их найти. Росомаха. Кто ты? Джин Грей. У меня плохое предчувствие. Циклоп. Я никому не дам тебя обидеть. Шторм. Здесь скоро будет очень холодно.
профессор Икс. Помогите мне вспомнить. Не торопись, ты сможешь это сделать сам. Магнето. Говорят, что вы злодей. Значит, вот как. Роуг. Ух ты. Мистик. Айсберг. Надо же, что мы умеем. Ночной змей. Большинство людей не видят дальше своего носа. Я верю в тебя. Пиро. Прошу больше так не делать. Смертельный удар. Когда-то тебе не было равных, а теперь есть. Пришло время тем, кто отличается, объединиться. Люди Икс-2. Universal и Atmosphere Pictures представляют. Они придут за тобой, Барбара. Вначале один человек заставил нас бояться ночи. Непогребенные мертвецы оживают, и среди живых ищут новые жертвы. За ночью пришел рассвет. Неизвестно, сколько их. Можно одолеть этих тварей? Не знаю. А за рассветом день. Этим летом раскручивается новый виток ужаса. Легенда кинематографа Джордж А. Ромеро, «Обжорка», вернулся к созданному им жанру, чтобы представить свой главный шедевр. Они движутся к городу. Все это выдумки. Они общаются. Они мыслят. Джордж А. Ромеро. Земля мертвых. Это зомби. Мурашки по коже. Этим летом